Друзья, ну что, мы, по-моему, взяли хороший темп, и хорошо продолжается наш онлайн-телемарафон «Территория жизни, территория бизнеса», форум. И сейчас вашему вниманию мастер-класс. К нам пришел Роман Дусенко, бизнес-тренер, эксперт по стратегическим сессиям. По-моему, важная, интересная тема. От стратегии до команды. Как раз о чем мы говорили с Дарьей, от того момента, когда появляется идея, когда вы разрабатываете стратегию, когда вам приходится двигаться дальше, работать и реализовывать. Слушаем Романа. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Спасибо большое. И так приятно оказаться здесь с вами. Это вообще невероятное состояние, когда ты готов рассказать людям, которые серьезно меняют наш мир в другую сторону, меняют, делают его лучше. И не случайно в названии нашего форума сегодня есть слова «территория жизни». Давайте ориентироваться именно на это. Вместо нашего целого дня, который мы должны были с вами всеми провести сегодня, ситуация резко поменялась. Жизнь вносит коррективы. И у нас всего 30 минут. Но ничего страшного. Я сделаю так, чтобы эти 30 минут вы смогли получить максимально больше полезной информации от меня для того, чтобы принимать свои решения в условиях изменений. Буквально несколько секунд о себе. Я уверен, что вы прочитали всю информацию обо мне, но я хочу сказать следующее. Все, что мы сейчас делаем, это уже когда-то было. Да, меняются ситуации, да, меняются кризисы, но проживая эти кризисы всех наших российских экономик, мне удавалось все время находить решение. Я уверен, что я расскажу вам о том, как это сможете сделать непосредственно вы. Наша тема звучала как «От стратегии до команды». Именно так. И в этом моя большая ответственность сейчас, используя ваше время, которое вы сидите у своих телевизоров, прильнув или к мониторам, или мобильным телефонам, сделать так, чтобы вы почувствовали, что то, что вы делаете, оно приносит пользу. Я вчера, когда голосовал за ваши проекты, испытывал колоссальную гордость. Каждый раз, когда ты выступаешь перед людьми или когда ты рассказываешь кому-то, тебе нужны истории успеха. И эти истории успеха у нас есть. Большое вам за это спасибо. Поэтому моя ответственность сделать так, чтобы за эти несколько минут, которые мы проведем с вами вместе, я смог донести до вас основные мысли того, что я планировал вам рассказать за этот мастер-класс. Итак, у нас планировался мастер-класс. 8 шагов от стратегии до команды. У вас перед глазами, возможно, сейчас есть презентация, которую я вам показываю, и вы видите несколько шагов. Это ценности, стратегия, корпкультура, процессы, управление и так далее, Так должно было быть. Давайте пробежимся быстро, о чем я хотел вам рассказать сразу. Конечно, о вашей стратегической цели. И эти стратегические цели рождались у вас в процессе вашей работы. Тогда, когда вы задавали себе вопрос: «Так, мой ребенок болен аллергией. Мне необходимо каким-то образом кормить его фруктами, потому что ему нужно. Так, какая у меня может быть стратегия? Я должна попробовать что-то другое, не то, что есть в наших магазинах. Тогда я еду в Таиланд и кормлю его. И смотрю, ребенок становится здоровым. Класс! Тогда я беру и привожу эти фрукты в свой маленький город. И для того, чтобы набрать денег на первую посылку, мне нужно просто попросить своих знакомых, чтобы они мне купили, помогли этот заказ сделать. Вот она стратегическая цель. Сделать так, чтобы жизнь вашего ребенка была здоровой. У каждого из вас есть ваша стратегическая цель. Возможно, и скорее всего, она идет из мечты, из детства, из ваших представлений о том, что бы вы хотели. Дальше, это, конечно, ваша атмосфера в компании. Те ролики, которые я вчера смотрел, они во многом семейные. И это так классно видеть, когда люди вместе, в одной семье добиваются успехов. Это культура основателя, корпоративной культуры, это культура того человека, который создает эту команду, компанию, и он транслирует свои модели поведения для того, чтобы они продвигались. Эффективность. Конечно же, куда же без эффективности? Это еще один шаг, который позволяет нам делать наш бизнес лучше. Технологии. У каждого из нас есть технологии. Это и компании по производству рекламных материалов, и создание мебели и так далее. Технологии являются одним из элементов создания прибавочного продукта. Сила, которая заставляет нас двигаться, которая вдает нам эмоции, да, силы – это конкуренты, которые не дремлят и готовы применять малейшие наши промахи для того, чтобы зайти к конкуренту и взять этот заказ, вырвать его себе. Поэтому это тоже наш элемент работы с нашей стратегией. Ваш стиль управления, то, как вы управляете людьми, то, что вы им говорите, как они это воспринимают, как вы на них влияете. И это вообще отдельная тема – команда.
Вот она ключевая вещь, о которой мы сегодня должны были говорить, сервис и продажи. Но мир изменился. 2020 год поставил перед нами новый выбор, новые условия. Что нам делать? Как спасти компании? И на самом деле вопрос звучит именно так. Как спасти не только сами компании, но и спасти тех людей, за которых вы, уважаемые предприниматели, отвечаете. А вы есть та самая сила, которая самостоятельно принимает решения в нашем обществе. Что нужно делать? Главный вопрос, который остается сейчас на повестке дня, как управлять сотрудниками, чтобы повысить эффективность их труда для роста рентабельности капитала в этих условиях. Как управлять и продолжать зарабатывать. Именно об этом я хотел вам рассказать, и мне дали всего 30 минут. За эти 30 минут я постараюсь вам дать ответ. Но 8 шагов у меня нет возможности вам рассказать. Поэтому 8 шагов превращается в меньшее количество. И здесь у нас есть две цели. Цель моя – показать вам, что вы можете сделать и что с вами может произойти, если вы начнете меняться. И ваша цель – осознать, что с вами не произойдет, если все оставить так, как есть. И так, как мы говорили, у нас сегодня изменилась ситуация полностью. Это на дворе, пусть это будет слово незаезженное, но действительно кризис. Что такое кризис в любой компании? Именно об этом мне сегодня пришлось добавить в эту презентацию. Кризис, руководитель, ответственный за это, принимает решение, это решение воплощается, дальше сотрудники начинают жить, и мы получаем новую реальность. Итак, нет компаний. Не компания приняла решение, генеральный директор или собственник принял решение. Вот в чем важный момент. Есть люди. За всеми компаниями стоят конкретные люди. Первые принимают решение, вторые воплощают их в жизнь, а сотрудники начинают жить в новой реальности. Ваша задача – это представлять для того, чтобы принимать правильные решения. Итак, реакция. Сначала потерянность. Мы не знаем, что делать. Потом приходит понимание, что нужно принимать какие-то решения. В жизни готовых решений нет. Каждое решение универсально. Каждое решение – это сплав вашего интеллекта, вашего подхода к прежней ситуации для того, чтобы, опираясь на прежний опыт, на понимание ситуации вокруг, сделать то решение, которое действительно спасет компанию. Потому что вы отвечаете не только за себя, а уже за тех людей, которые являются и вашими сотрудниками, и вашими клиентами. Это все большое поле компании. Поэтому следующая задача – как довести решение. И здесь, конечно, бы сейчас все апологеты change management или менеджмента изменений мне рассказали: «Роман, надо сделать рассылку, написать, встретиться с людьми». Нет времени. Нужно встать и сказать, что будет дальше. Главное – сказать. В этой ситуации молчать нельзя, поэтому ваша задача – сказать о тех решениях, которые вы приняли, а вам их нужно принять. Принятие решений. Когда решение принято, необходимо действовать. И вот здесь наступает самый главный момент. Действовать вы. У вас высокая степень осознанности. Вы предприниматель, вы несете за собой риски. Каждый день просыпаясь, вы понимаете, что вам нужно не только заработать, но и заплатить зарплату. А что делать людям, которые работают на вас? А у них нет этой ответственности. Но вы, они смотрят на вас для того, чтобы питать от вас энергию. И вот когда эти решения воплощены, у нас получается новая реальность. И вот в этой новой реальности нам остается 8 шагов схлопнуть с учетом тех трендов, которые есть. Фантастическая скорость изменений. Вчера вы проснулись, мир стал другим. Упадение рынка. Однозначная ситуация. 40% крупнейших компаний уйдут с рынка. Технологическая революция, помимо всего прочего, идет тренд. Люди будут заменены роботами. 52% ручного труда уйдет. Что останется? Останется самое главное. Итак, стратегия, ценности и ваша команда. Было бы у меня больше времени, я бы рассказал вам о всех трех. Но сейчас я вам расскажу о самом главном. Это ценности. Что такое ценности? Ценности к нам приходят через цикл осознания, изменения, трансформация. Если вы разобрались с самим собой и понимаете, что для вас самое важное, вы это понимаете, у вас происходит элемент изменений, и тогда ваше поведение меняется. Что является основой данного тренда? Вот как нам
использую все, что я вам сказал, для того, чтобы ваши компании продолжали, а, жить, б, зарабатывать, и, с, протянули этот кризис так, чтобы потом у вас была возможность взлететь или взлетите сейчас. Возможно, есть какое-то решение универсальное. Возможно, есть секрет какого-то успеха. К сожалению, должен вас разочаровать, волшебной таблетки нет. Но есть ваша ответственность, ваша решимость и ваши действия. В основе всей технологии, в основе всей идеи лежит понятие, что человек является самым главным элементом этой структуры. И наше поведение зависит от того, что, о чем мы думаем внутри, от наших ценностей. Именно наши ценности позволяют нам принимать те решения и вести себя так, чтобы в результате мы получали тот результат, который планировали. Раздражитель, осознание, действие, результат. Что такое ценности? Я уверен, что каждый из вас, наверное, знает ответ на этот вопрос. Но, чтобы сейчас вам этот курс не прошел зря, эмоции, которые вы сидите дома или в каком-то другом помещении, когда вы смотрите, вас нахлынули, и вы поняли, и пришла какая-то польза, я вам дам 30 секунд, потому что времени не так много, для того, чтобы вы сейчас взяли из своего стаканчика ручку или мобильный телефон, в котором вы смотрите, и записали в течение следующих 30 секунд, какие ценности для вас самые главные? Загляните внутрь себя. Вот прямо сейчас, на 30 секунд, загляните внутрь себя и сформулируйте, что для вас в жизни является самым главным. Я думаю, что все сразу станет на место. Дальше, вера. Человек, когда принимает какую-то веру, его модели поведения меняются. Сейчас идет, например, пост, и люди, которые верующие православные, они отказались сознательно от какой-то еды. Это меняет наши модели поведения. Здоровый образ жизни, футбол, спорт, бег, все что угодно. Мы меняем модели поведения, потому что мы начинаем думать иначе. В ситуации кризиса нам нужно понять, какие модели поведения вам необходимы. Чтобы понять, какие модели поведения вам необходимы, вы берете список ценностей, которые вы только что написали, и говорите, это моя декларация. Так я хочу, чтобы жили люди, и я так буду жить оставшееся время. И мне нужно сделать так, чтобы эти мои ценности были одновременно в человеке в тот момент, когда он принимает решение общаться дома с клиентом, работать, проспать на работу или выполнить то задание, которое он поставил, даже находясь на удаленном расстоянии. Человек – это айсберг. Поэтому мы посмотрели, все, что у нас внутри, дается через наше поведение вовне. Дальше. Как только люди приходят домой, с дома на работу, а теперь они не приходят, теперь мы общаемся в интернет-пространстве, у нас возникают коллективные модели поведения. Коллективные модели поведения связаны с тем, что они трансформировались в ограничивающие штампы убеждения. Даже в ваших прекрасных компаниях, даже в ваших самых замечательных малых предприятиях есть некоторые тренды и ценности или принципы поведения людей, которые на самом деле от вас скрыты. И возможно, когда вы говорите, мы инициативные, мы любим наших клиентов, когда никто не видит, кто-то может ответить совсем по-другому клиенту. Да, это может быть. И помимо ценностей, которые есть в вашем листочке, который вы написали, существуют антиценности, в которые реально мы иногда погружаемся. И наша задача понять, а что мешает мне работать? Мир изменился. Это самая частая фраза, которую я сегодня использую. Почему? Потому что даже на удаленность, когда мы будем работать в разных домах, мы будем все составлять одну единственную компанию. И когда нас нет рядом, когда мы не можем подойти, похлопать по плечу, сказать, слушай, классно ты работаешь, или наоборот, сказать так, что тебе что-то не нравится, именно в этот момент понятие ценности того самого главного, что объединяет вас всех и будет являться вашим результатом. В противном случае, помните, по крайней мере, те, кто был чуть-чуть в моем возрасте или чуть помладше, была такая классная игра, когда волк, четыре кнопочки, и волку падают яйца, и ты ловишь эти яйца. То же самое сейчас происходит. Если вам не удастся в этот момент выстроить четкую корпоративную культуру, которая помогает вам выстраивать в одно, всех в одну точку смотреть, вы будете ловить эти яйца. Дальше. Корпоративная культура. Ваши ценности. Мы сегодня говорим только об одном, именно то, что поможет вам объединить ваших людей. Что, какие атрибуты этого есть, ваша общая цель? Поэтому ваша обязанность, как руководителя, задуматься, какой цели я веду свою компанию. Да, у нас были много-много разных целей. Надо сейчас пересмотреть и с учетом всех возникших рисков сфокусироваться на конкретной цели.
Люди – это ваш самый-самый главный ресурс. Да, они сейчас уже не с вами в офисе, да, они расходятся на удаленно, но это есть ваша команда. Именно вовлечение людей, именно обучение и развитие людей является самыми главными мотивирующими признаками, ради чего люди работают в компании. Вот представьте, что вы находитесь рядом, вы подошли и поговорили, как классно, как у тебя дела. То же самое нужно перенести в вот эту онлайн-среду, развивать людей, вовлекать их в то самое ценное, что есть у вас. Но готовьтесь к тому, что возможно, чтобы было сопротивление. Если у вас есть стратегия и цель, но вы точно не сформулировали принципы, по которых вы работаете, как говорил Питер Друкер, корпоративная культура съедает стратегию на завтрак. Если нет от этого сопряжения, тогда возникают проблемы. Итак, мы говорим о том, что сейчас самое время сделать так, чтобы управление внутри компании строилось на основе ваших внутренних ценностей и ценностей тех людей, которые вокруг. И вот мы спрашиваем, теперь не только для вас важно что, а надо вам спросить своих сотрудников, а что для них важно, какие у них ценности, чем они живут и насколько то, что важно вам, соответствует то, что важно им. Сопряжение этих двух вещей и создаст ту самую атмосферу, ради которой люди будут удаленно мечтать работать в вашей компании. Это самое главное дух компании, который вы, как руководитель, как собственник, создаете. Вы дирижер. От вас зависит, как работает оркестр. Потому что вы формируете модели поведения людей. Именно модели поведения людей, даже дома, они формируются, исходя из наших внутренних ценностей, которые вы доносите до них. Создав это маленькое, но четкое, емкое понимание того, что важно и всех вас объединяет, вы как магнит сможете удерживать этих людей в вашей орбите. И это будет основным вашим инструментом управления на этот период. Ну а что самое главное, и помимо всего прочего, наши компании были созданы не только для того, чтобы существовать. Ваша задача – зарабатывать и повышать рентабельность вашего капитала, потому что вам необходимо платить налоги, потому что в нашей стране надо развиваться, вам нужно платить зарплату, потому что люди, которые работают на вас, им нужно кормить своих семей, поэтому у вас большая ответственность. И говоря о ценностях сегодня, я в первую очередь говорю о том, что это поможет вам зарабатывать. Что же произойдет в вашей компании, если в какой-то момент вы серьезно задумаетесь об этом и по-настоящему примете решение, что да, я понимаю, мне нужно сплотить людей вокруг чего-то важного. У нас устранится разрыв. Вот представьте, что я не знаю, что происходит с моей стратегией. Я сижу дома, компания где-то непонятно что, сейчас мир изменился. Но когда мы точно объясняем, каким образом мы придем туда, тогда у человека возникает понимание, как ему сегодня, выполняя простую операцию, сидя дома, достигать тех результатов, которые поставили вы перед компанией. И это и есть самое главное. Что еще можно сделать? Несмотря на то, что мир изменился, раскрыть потенциал каждого. Сейчас появляется возможность, чтобы люди могли рассказать о том, что для них важно. Делайте такие интересные фоллоуапы. Я вчера разговаривал с одним руководителем крупнейшей логистической компании. И мы с ним договорились, когда люди работают на удаленных местах, мы будем делать примерно следующее. Раз в день на 10-15 минут мы будем объединять всех людей для того, чтобы поговорить, что они чувствуют, что они думают, какие ценности у них, что важного случилось в их жизни, что происходит в нашей компании. Постоянно поддерживать интерес и держать руку на пульсе у людей для того, чтобы им было понятно, куда идет компания. Система ценностей, которую вы сможете внедрить в свою компанию, равно общие цели. Когда у людей общие цели, им становится абсолютно понятно, что делать. Система ценностей – это результат. Что это значит? Даже если я нахожусь дома, даже если меня никто не видит, но я точно знаю, что результат моей работы влияет в целом на компанию, я встану вовремя, как всегда, оденусь так же, как иду на работу, сяду за свой рабочий стол и начну работать. Во мне есть ответственность. Ответственность перед компанией, перед теми людьми, которые рядом со мной. Ну и, конечно же, виртуальная дружба. Нам надо будет дружить, нам нужно будет поддерживать людей на основании того самого листочка, 30 секунд на который мы с вами потратили в самом начале. Клиенты. Ведь несмотря на то, что мы не видим большинство наших клиентов, система управления по ценностям сможет дать каждому человеку, который будет общаться с клиентами вовне, именно то наполнение своей работы, которое поможет им воспринимать клиентов как своих партнеров.
Да, мы теперь партнеры. Мы теперь работаем вместе на одну общую цель. У нашей компании есть общая цель, у клиентов есть общая цель. И наша цель – помочь нашим клиентам выполнить их задачи. Обычные люди, объединенные вокруг общих ценностей, могут достигать необычных результатов. И только от вас, как от руководителя, зависит та атмосфера, в которой они смогут это достигать. Как это сделать? Казалось бы, мы сегодня столько много говорим о том, что, а теперь нужно как. В первой ситуации забудьте вопрос «как». Просто подумайте о том, что для вас теперь важно. Что является для вас самым главным в вашей жизни? А здесь дальше вступает вопрос технологии. Этот слайд я сейчас не буду рассказывать, он очень громоздкий, но он очень простой с точки зрения понимания. Вам нужно выбрать то, что для вас важно, спросить людей, которые работают с вами, что важно для них, договориться, что какие-то принципы вы выбираете, становитесь общими, спросить всех, которые рядом с вами, о том, как вы считаете, какие модели поведения должны быть, что можно и приветствуется, что не нужно и не приветствуется, и на этом договориться. Казалось бы, все так просто, но именно эта простота, именно эти решения и позволят вам создать вот эту культуру компании, даже если вы сидите каждый в своем доме. Но вместе все вы работаете на одну общую цель. А если примеры, спросите вы меня? И вот здесь самое интересное. Мне бы хотелось вам сейчас рассказать один из самых ярких примеров, который показывает мне, и я люблю его чаще всего приводить, пример победы российской сборной по футболу на чемпионате мира, который прошел в России 1 июля 2018 года. 1 июля 2018 года сборная России сотворила чудо. Почему? Потому что в какой-то момент они признали, что ценности, которые должны быть для них, являются самым важным элементом их победы. Да, перед этим предшествовал большой выбор команды, игроков и так далее, и так далее, и так далее. Но те люди, которые стали объединены в одной команде, стали соответствовать одним ценностям для того, чтобы достичь результата. Нашими соперниками была Испания. Где мы, а где Испания? Испания – супер-пупер футбольная держава, которая футбол у них является как основой культуры. Есть маленькие сборные, большие сборные, сборные сборных и сборные сборных. Вы знаете, мы с ребенком были на стадионе Камп Ноу. Это базовый стадион Барселоны. Но что самое главное, эта система работает только в одном случае, потому что команда Барселона выигрывает. Так вот, основа испанской команды – это ее сборная, совокупный доход которых равен бюджету некоторых стран СНГ. Лидер этой команды, который выходит на поле для того, чтобы однозначно выиграть. И где мы? Мы где-то были между 6-м и 7-м десятком мирового футбольного рейтинга. И вот эти две команды столкнулись друг с другом. Команда, которая была нацелена на победу, и команда, которая была нацелена с общими ценностями отстоять свое право выиграть. Ситуация ровно точно такая же, как у нас. Кризис заставил всех нас задуматься, что же для нас самое главное. И вот в тот самый момент, когда ребята должны были выйти на поле, к ним в раздевалку зашел Станислав Черчесов. Он сказал им простые слова, заимствовав их у Наполеона Бонапарта. В жизни есть только две самых сильных вещи. Дух и сабля. Но в самый тяжелый момент, в самый главный момент истины, дух побеждает саблю. Я не смогу сыграть этот матч за вас. Но каждый из вас может принять решение. В этом матче, который называется «Наша жизнь», который изменился сегодня, вы выбираете победу или поражение. Если вы выбираете победу, значит, мы все вместе пойдем жить дальше. Если вы выбираете поражение, то нас не будет. Именно ваше внутреннее понимание того, что вы выбираете, и предопределит дальнейший ход истории. Все, что вам нужно, это принять это решение. И если вы приняли решение побеждать в этой ситуации, которая сложилась сейчас, ваша задача главная – посмотреть просто в глаза друг другу
И в тот момент, когда вы понимаете, что ваша главная задача сконцентрироваться здесь, на этом метре поля, ради которого вы здесь все собрались, на этом вашем рынке, в котором вы работаете, на той вашей нише, в которой вы работаете, и сделать себе главное замечание. Мне нужно там оказаться вовремя. Не позже и не раньше, а именно в тот момент, когда нужно там оказаться. Х качество и сумма этих моментов и будет равна победе. Главное, что сделать? Сделать выбор. И договориться, что мы идем до конца. Когда матч начался, то все футболисты, которым говорили о том, что они договорились, что если что-то изменится, то они будут стоять до конца. И падая на землю, кто-то говорил, что будем поднимать друг друга и вставать. Артем Дзюба сказал перед матчем: «Я люблю вас. Я знаю, что вы моя команда. Я доверяю вам. Давайте играть». И вот эти слова, которые показывают нам, что же является главным в тот самый момент кризиса, когда нам нужно встать и выиграть, это отношение внутри команды. Когда мы говорим, что побеждают в этих ситуациях те, кто по-настоящему хочет победить. Не те, у которых больше всего ресурсов, не те, у которых есть все необходимые условия, а те, кто хотят победить. Знаете, когда я смотрел на фотографию нашей команды, мне показалось, что в этих людях есть стержень. Когда я играл гимн России, они стояли обнявшись и пели. Испанцы тоже стояли обнявшись, но они молчали. Они знали, что в раздевалках их ждет холодное шампанское. Но жизнь распорядилась по-другому. Поэтому от того, какой результат будет у вас, зависит только ваш внутренний настрой и тот самый листочек, который мы с вами написали в самом начале. Команда изменила страну за одну ночь. Мы проснулись все на следующий день, как будто с другим программным обеспечением. Произошло обновление. Мы почувствовали, что возможно все. И я хочу вам тоже сейчас сказать, что возможно все. Знаете, когда программное обеспечение не работает, особенно я смотрел вчера презентации вашей компании, там есть много IT-компаний, нам нужно накатить новую версию на то, которое не работает, какой-то баг устранить. И именно это устранение позволит нам сделать так, чтобы компания заработала, команда заработала. Заработала так, как должна работать. Поэтому задача обновить нашу программу. Ведь на самом деле это те же самые парни. У нас не было кибернетических роботов, которые бегали по полю. Они выиграли тот самый знаменитый матч. Поэтому хочется сказать, что пока матч не закончен, никто не выиграл. Эта фраза, мне кажется, может стать прекрасным девизом каждого из нас сейчас, в это время, что пока матч не закончен, никто не выиграл. Мне бы не хотелось говорить простыми лозунгами: поверь в себя, все получится, все замечательно. Нет. Время сложное, время тяжелое. Время то, когда принимаются решения, и мы понимаем, что от нас зависит самое главное. 8 шагов от стратегии до команды – это классная практика в свободном текущем времени, когда и вода течет медленно, когда у нас есть много времени. У нас сейчас этого времени нет. Поэтому есть 3 самых главных вещи, которые каждый из нас должен думать. Стратегия. Что я должен делать, чтобы привести свою компанию к выживанию? Я должен знать и контролировать финансы, я должен понимать своих людей, и я должен создать такую среду, в которой людям хочется работать. Самое главное из всех этих 3, помимо денег, деньги само собой. Мы чувствуем и знаем, что наша цель – зарабатывать. Когда мы сможем зарабатывать, мы можем помогать. Но сконцентрироваться сейчас нужно на одном – на том, что у вас внутри. На ваших внутренних ценностях. И секретом победы в этой борьбе будут несколько самых главных аспектов. Ваша сплоченная команда. Когда мы закончим наш эфир, запишите себе эти вопросы, будете пересматривать презентацию, или я вам ее пришлю, если вы подпишетесь на меня в социальных сетях, во всех, я всем отвечаю. Время, только немного нужно времени на то, чтобы ответить. Организаторы вам пришлют эти презентации. Но сплоченный коллектив. Сразу вопрос. Что я делаю сегодня? Что я буду делать завтра? Как я смогу сделать так, чтобы люди чувствовали, что мы работаем в одной команде? Ваше лидерство.
Лидерство в отношении самого себя. Мы много-много можем говорить о лидерстве. И очень много везде, в YouTube информации о лидерстве. Но лидерство на самом деле – это только понимание, что конкретно я делаю для того, чтобы моя жизнь стала лучше, и люди, работающие на меня, смогли спокойно выполнять свою работу, а я мог обеспечить им и заказы, и выполнение, и сервис, и оплату. Это важно. Ваша роль лидера неоценима. И от вашего поведения, от каждого вашего слова, от каждой вашей фотографии в социальных сетях, от каждого вашего комментария, который вы прокомментировали, будет зависеть то, как будут вести себя люди. Команда – это семья. И то, что мы относимся дома, мы уважаем своих близких, мы о них заботимся, мы знаем о них, мы вспоминаем, мы каждое утро с ними здороваемся, желаем им спокойной ночи, доброго утра. То же самое и ваши люди. Все, что делаете вы дома, вам необходимо делать для них. Верить в способности. Ведь если бы эти люди не работали у вас, зачем бы они были вам нужны? Это люди, которые составляют вашу команду. Ваша команда является основой успеха в вашей работе. Поэтому вера в их способность и транслирование от вас веры в их способность очень важна. Ну и, конечно, предельная самоотдача. Сейчас то самое время, когда нужно работать. Работать – это значит делать действительно много в одну единицу времени, достигать тех результатов, которые просто необходимы. Мы завершаем, суммируя все, что я сейчас сказал. Ваша задача и возможность изменить только самого себя. Меняя себя на основе своих ценностей, транслируя свои ценности своей команде, вы им показываете принципы работы дальше. Сплочение всех в один единственный организм, пульсирующий с вашими ценностями, позволит вам пережить этот момент. Потому что и компании могут меняться, но нет понятия компании. Есть люди, люди, которыми управляете вы. Ваша задача – искать свою собственную формулу успеха на основе общих ценностей ваших, вашей команды и ваших клиентов, которые являются вашей кровью и самым главным активом, который питает ваш организм в вашей компании. С вами был Роман Дусенко. Мне очень приятно, если то, что мы сейчас с вами сделали, нашло отклик в ваших сердцах. Потому что ответственность моя, когда я говорил, хотел посмотреть, что значит разговор по душам, в английском языке это называется «от сердца к сердцу». Я очень хочу, чтобы те люди, которые работают с вами, почувствовали, что вы также передаете частичку себя для них. Это мои контакты в презентации, если вы видите. Я точно так же зарегистрировался в нашем замечательном мобильном приложении. Пишите мне, я постараюсь обязательно всем ответить. Друзья, большое спасибо и желаю вам в этом изменившемся мире достигать своих стратегических целей и быть успешными, ведя за собой не только себя, но и всю компанию, и в целом весь наш замечательный российский бизнес. Спасибо.